Всем привет! Сегодня 13 августа. И сейчас хочу вам показать, как я собираю бруснику. Вот как-то так. Маленько неудобно, ягод мало в этом месте. Ничего. Найдем. И вот так. Как вот в таком лесу можно на что-то надеяться? Все высохло, блин. Березы высохли. Кошмар. Какой-то год мы тут много насобирали. Сначала вдвоем приехали, потом втроем, плюс еще люди заезжали. Все набирали. Сейчас вообще все, блин. Как это? Кошмар. Ну, вроде нашел ягоды. Пособираем. Как-то так. После того, как набрал, высыпаю в рюкзак. Ну все. Идем дальше. Так, друзья, мне только что задали вопрос, значит, много ли ягод в этом году по сравнению с прошлым? Больше, меньше или так же? Пока судить рано,
потому что, вот объясню, вчера на первом месте я собрал 150 литров. В прошлом году в этом месте я собрал 180 литров. Ну, как бы, вроде как бы чуть-чуть поменьше, но я поехал на второе место. В прошлом году я там собрал 220 литров, в этом году ни одного литра, даже пол-литра не собрал. Это, ну, просто там все высохло просто на все, напросто. Поехал на следующее место. В прошлом году там ничего не было, а в этом году я там собрал литров, наверное, да, 30. Вчера это было. Всего было 180, 150 на первом месте, 30 на втором. Сегодня там прошел, маленько собрал литров, остатки там литров, наверное, 10. И поехал по следующим местам. На следующем месте, на четвертом, было мало ягод, ну, литров 5, наверное, собрал. В прошлом году я там собрал литров, наверное, 30. Поехал дальше на, скажем так, богатое место. В прошлом году там собирал я 3 дня по 200 литров. Это 600 литров. В этом году я там собрал, ну, наверное, литров, ну, 50. То есть судить пока рано. Много ягод, меньше ягод. Ну, я думаю, недельку надо все-таки поработать, потом уже можно будет точно сказать, сколько в этом году ягод, меньше или больше. Пока складывается впечатление, что все-таки меньше. Но попадались мне на чернике места, где ягоды очень крупные, и их такие пятачки очень хорошие. То есть пока рано, рано судить. Ну вот смотрите, друзья, вот на этом месте... Вот здесь, прям вот вдоль дороги, я собрал сразу литров 40. Буквально вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь деревьев. Вот обошел, 40 литров собрал. И прошел, вот сколько видно, вот это вот сегодня прошел. Здесь собрано у меня 100 литров. Это я с часу до без 25 поработал. Там еще и осталась ягода, завтра продолжу отсюда же. Ну и вот много это или мало? Хороший урожай или слабенький? Ну, пока, друзья, сложно сказать. 7 дней-то, конечно, я загнул, но думаю, еще завтра-послезавтра и потом уже будет точное представление, что происходит с ягодой в этом году. Итак, сегодня я заработал 6724 рубля. Сплоховал, конечно, до обеда бегал, искал ягоды. Но я просто не знал, что дальше будут ягоды или нет. Поэтому пришлось побегать сегодня. Но думаю, что завтра будет гораздо лучше. Кстати, подписывайтесь на канал и узнаете, сколько можно зарабатывать на ягодах, какие проблемы связаны со сбором ягод, цена и так далее и тому подобное. Все расскажу, все покажу.